Церковь, давайте выйдем вперед. Примите вечерю, будем начинать. Пусть не только небо коснется тебя сегодня. Коснись сегодня небо. Отец, мы жаждем Твое движение. Мы жаждем видеть Твою славу. Мы жаждем видеть Твое лицо. Коснись нас. Коснись нас. Да и сольется на эту землю, Бог, слава Твоя, движение Твое. Да и сольется на эту землю, Бог, движение Твое, царство Твое. Царство Твое! Царство Твое! Аллилуйя! Мы ищем лица Твоего! Мы ищем лица Твоего! Господь! Мы жаждем Тебя! Мы жаждем Тебя, Господь! Мы хотим видеть Царство Твое на этой земле. Мы хотим видеть славу Твою на этой земле, Бог! Поднимай свое ДНК! Возрождай своих чемпионов, Бог! Возрождай эту жажду! Поднимай, Господь, своих святых! Этот гнев, Бог! Мы не терпим дьявола на этой земле! Он не имеет права занимать то, что принадлежит невесте! Оу! Отталкивай тьму! Разрушай тьму! Ты свет! Ты ДНК Бога! Ты ходишь в Его славе! Вокруг тебя радиус неба! Ничто не может коснуться тебя! Ты Его дитё! Ты горишь во имя Его! Господь! Мы жаждем видеть новое ДНК! Мы жаждем видеть новое поколение, новую породу. Мы жаждем, Бог. Мы пророчествуем это. Мы утверждаем это. Мы жаждем, Бог. Мы жаждем, Бог. Пророчествуй, семья Бога. Пророчествуй. Пророчествуй. Утверждай Его Слово на этой земле! Пророчествуй! Пророчествуй! Ты не ждешь оружия, церковь! Ты оружие неба! Ты должен быть активирован в Его атмосфере! Ты оружие неба! Ты агент неба, ты Его оружие на земле, на земле. Высвобождай Его слово, высвобождай Его волю, строй Его царство на этой земле. Just.
царства. Церковь, подсоединяйся к пророческому движению, пророческому потоку и говори то, что наполняет небо. Высвобождай те слова, которые он вкладывает в твой дух. Строй, строй, строй его царство. Ты его строишь словом, которое в твоих устах. Ты его строишь духом, который внутри тебя. Строй, строй, строй его царство. Да придет твое царство, да будет твоя воля, Господь, утверждай, утверждай, утверждай его царство, ты оружие неба. Ангелы ждут тебя, Отец Небесный ждет тебя, когда ты встанешь, отложишь свою жизнь. Возьмешь его призвание, его мечту. Коснешься его сердца. Начнешь делать то, что небо желает делать на земле. Наполняйся Богом. Наполняйся небом. Наполняйся его славой. До тех пор, пока из тебя будет течь небо, будет течь слава, будет течь его воля. Аллилуйя. Проси, и он сделает во имя его. Мы жаждем видеть новое поколение. Мы жаждем видеть новое ДНК. Мы провозглашаем новая порода. Церковь, это он. Он поднимает совершенно другое. Он поднимает абсолютно иное. Подключайся к движению неба. Он ждет тебя. Подключайся к движению неба. О, подключайся к движению неба. Пророчествуй, пророчествуй, пророчествуй. Дьявол долой, это наша земля. Дьявол долой, эти души принадлежат Богу. Мы отталкиваем тьму, церковь дальше. И дальше мы отталкиваем тьму властью и силой Христа. Властью и силой Христа. Жалкое, убогое творение. Ты сын и дочь Бога, наполненный огнем, наполненный силой. Ты его творение. Он не творит ничего слабого. Он не творит ничего убогого. Когда он сотворил тебя, ты был создан по образу и по подобию его. Церковь назад в образ, назад в подобие. Каждый свой шаг вперед, это шаг назад в его славу. Там, где мы были сотворены, там, где мы были поставлены Богом. Пророчествуй, пророчествуй. Пророчествуй! Дух Бога на этом месте! Подключайся к потоку! Пророческое движение! Я твои уста, Господь! Я твой сосуд, Господь! Я твой канал! Я сделаю, что ты скажешь сделать! Скажу, что ты скажешь сказать. Я нахожусь под влиянием неба. О-о-о-о.
проси. Движение славы, новое 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 движение духа, новое движение духа. Проси его. Новое движение. Новое движение. Новое. 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 Небеса открыты. Небеса открыты. Небеса открыты. Небеса открыты. Небеса открыты. Водопад. Небеса открыты. Водопад из неба. Водопад из неба. Водопад из неба. Водопад из неба. Святого Духа. Водопад из неба. Подключайся к новой волне. Святого Духа. Водопад из неба. Святого Духа. Подключайся. Прыгай. Подключайся. Водопад из неба. Святого Духа. Водопад из неба. Святого Духа. Водопад из неба. Жаждем новое! Новое движение славы! Новое движение духа! Новое движение славы! Новое движение славы! Небо разорвалось! Небо разорвалось! Излияние духа! Продолжай заталкивать дух! Излияние духа! У тебя вся власть! Излияние Святого Духа! Излияние Святого Духа! Отталкивай тьму! Излияние Святого Духа! Тебе дана власть подопань, неба! Водопад! 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 Водопад из неба! Водопад из трона Бога! Ритм неба! Река из трона Бога! Ритм неба! Река из трона Бога! Река из трона Бога здесь! Это новое движение! Подключайся! Это новое движение! Ныряй, погружайся! Это новое движение! Погружайся! Погружайся! Водопад Святого Духа! Водопад Святого Духа! Водопад Святого Духа. Это совершенно новое. Это совершенно новое. Твои молитвы сейчас меняются. Твои движения сейчас небо. Меняются. Твои слова желает меняются. На землю. Сам Бог хватает в тебя новое прямо сейчас. Ты не будешь больше молиться старыми молитвами. Ты не будешь разговаривать, как переход, раньше разговаривал. Это переход, новое. Это переход, новое движение Святого Духа. Новое. Это новое движение Святого Духа. Это новое движение Святого Духа. Переход чудеса. В новое. Новые чудеса. Новые чудеса. Новое проявление Бога. Новое. Не ищи старого, оно прошло. Не ищи старого, оно прошло. Водопад, он смыл все старое. Река смыла все старое. Река из трона Бога смывает все старое. Река от трона Бога смывает все старое. Новое движение славы, новое движение Бога, новое движение Духа, новое, новое.
видишь по-новому. Ты видишь вещи по-новому. Ты слушаешь по-новому. Ты понимаешь по-новому. Ты молишься по-новому. Ты танцуешь для Него по-новому. Старого больше нет. Не ищи Его в старом. Не ищи Его в вчерашнем дне. Его уже нет. 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 Старого больше нет. Ты перестанешь пророчествовать, как ты раньше пророчествовал. Твои видения станут новыми. Твои переживания станут полностью новыми. Принимай все новое. Это полностью новое. Это полностью новое. Новое движение Духа. Новое движение славы. Новое движение неба. Не ищи Его во вчерашнем дне. 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 Он новый, Он свежий, Он неповторимый, Он непредсказуемый, Он непредсказуемый, Он непредсказуемый, Он непредсказуемый, Он идет непредсказуемый, Он идет непредсказуемый, Он идет непредсказуемо, Он идет непредугаданно, Он идет непредсказуемо. Непредсказуемо, 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 по-новому, по-новому, непредсказуемый Бог, ужасный в своей красоте, ужасный в своей красоте, всемогущий. Всесильный, вездесущий, всемогущий, всесильный, вездесущий, всемогущий, всесильный, вездесущий. Он идет непредсказуемо. Забудь за вчера. Забудь за вчерашний день. Забудь за вчерашний день. Забудь за вчерашний день. Забудь. Забудь. Забудь за вчерашний день. Забудь. Секты, деноминации. Мы не видели Тебя. Мы жаждем живого Бога. Мы не отступим, пока не увидим движение нашего Бога на глобальном уровне. Мы не сложим оружие, мы не опустим наши руки, пока мы не увидим нашу славянскую нацию в огне Святого Духа. Дьявол Бог! Живет движение Бога, как никакое другое поколение, потому что мы жаждем живого Бога. Нам не нужна ложь, нам не нужен обман, религия, нам не нужен чуждый огонь. Мы жаждем живого Бога.
кто увидит Бога живым, живым, живым. Аллилуйя! Мы говорим жизнь, мы вдыхаем жизнь, мы говорим жизнь. The resurrection glory. Hallelujah.
resurrection glory. We welcome resurrection glory. We welcome resurrection glory. We welcome resurrection glory. We welcome resurrection power. Manifest. Break out. Break out. Break out. Yes. Break out. Yes. Resurrection power. Break out. Break out. We are calling upon the resurrection glory of Christ Jesus. For the same spirit that raised Christ from the dead lives in you. Break out. Holy Spirit. Break out. It's time. Break out. Break out. In our midst. Break out. We welcome you. We desire you. We're hungry for you. We're hungry for God. We're hungry for the glory of God. Grip this generation, God. Grip it with the glory of God. With the glory of the resurrected Christ. Let your name be made known in the nations, in our lives, in our families. The glory of the resurrected Jesus Christ. Release it. Release it, Lord. Release it in this place. Release life. Release life all over this earth. Release life into this generation. Release healing into this generation. Yes, Jesus. Release a restoration. Restoration into this generation. Restoration of identity. Restoration of identity. Release life. Break out, Holy Spirit. Just overwhelm us. Overwhelm us. Let the kingdom begin to move in our lives in a visible, audible way. Let it begin to manifest tangibly every day of our life. We don't just want to hear about the supernatural stories taking place somewhere else. Jesus, we want it to begin to happen here with us every day. Amen. Yes, Jesus. Let the kingdom manifest in the natural. Let the kingdom manifest. Let the glory manifest in our lives. Higher glory. Greater glory. Lord, we desire greater glory. Release this new season. New season where your kingdom will be more visible and more tangible than ever before. A tangible glory, a Shekinah glory, will release us into this new season of greater glory. A Shekinah glory. Generation.
as a God of might, as a God of power. Display yourself. Introduce yourself to this generation as a God of power, as a God of might. We are so hungry to know you. We are so hungry to know you, Jesus. We're asking you to come and display yourself, display your goodness, display your glory in this generation, that every mind might behold you and see you high and lifted up and declare that you are God. And declare that you are Savior. And declare that you are Healer. Jesus, and declare that you are Deliverer. Lord, display yourself. Display yourself. Release your glory in this generation.
займутся люди інші. Та піднімуться люди без компромісу. Та піднімуться люди правди. Та піднімуться люди честі. Бог, ми устали від продажного лідерства, від проданого пасторства, изуродованих позицій. Бог, ми жаждем тих, которые будут ходить в огне, потому что эта жатва, она нуждается в массах крепких, сильных личностей, которые возьмут на свои плечи урожай, Бог, поднимай, возрождай, Господь, свое ДНК на этой земле. Поднимай людей чести, которые прежде всего ищут Твое лицо и Твою волю, которым не нужна слава, признание, деньги, позиция, уважение, которые ищут, чтобы исполнить волю Твою. Бог, я прошу Тебя, возроди в этом поколении ревность, ревность по дому Твоему. Дух религии, дух этого мира настолько потрудились за эти сотни лет над церковью, что от церкви, от реальной церкви почти ничего не осталось. Однако они руководит движением Бога. А мы кричим престолу Бога и говорим «нет». Поднимутся личности, горящие огнем Святого Духа. Мы верим, мы молимся, мы кричим, мы стучим. Придет этот день победы. Он придет. Настоящие церкви встанут. Реформация придет. Мы увидим огонь Бога по всей земле. Мы увидим Его. Мы услышим о Нем. Мы жаждем Его. Бог, зажги ревность в наших сердцах. Ревность в наших сердцах. И огонь в наших костях. Мы жаждем видеть только Тебя, а не продажную систему, религиозную структуру, которая выдавила всю жизнь. Дух Святой, вернись! Дух Святой, вернись! Дух Святой, вернись! Чтобы это было, как в первоапостольские времена! Дух Святой, управляй этим движением! Дух Святой! Вернись, Дух Святой, вернись. Мы возвращаем ковчег, ковчег завета назад. Этим движением управляет только Бог. Никакая плоть не будет голосовать, что делать, а что не делать. Никакое братство не наложит свои грязные лапы на движение Бога. Достаточно разрушенных религий и судеб, разбитых семей, уничтожив себя поколение, хватит. Мы жаждем, чтобы Дух Святой вернулся назад. Мы жаждем Тебя, Дух Святой. Только Тебя, только Тебя, только Тебя. Вернись, Дух Святой, вернись, Дух Святой, вернись, Дух Святой.
жаждем Тебя. Мы жаждем Твоего огня. Мы жаждем Твоей славы. Чтобы она вернулась назад в церковь. Нам не нужны вспышки, кратковременное пробуждение, которые были нагнетены плотью и эмоциями. Мы жаждем движения Бога, которого никто не начинал и которое никто не сможет окончить. Мы жаждем самого Бога. Мы жаждем нашего Царя, чтобы Он царствовал, чтобы Он ходил посреди нас. Церковь опустилась до того, что стала очередным каким-то вероисповеданием, очередной сектой, которая записана в ряд со всеми остальными оккультными движениями. Только по одной причине, потому что с церковью произошло то, чего боялся Моисей. Моисей сказал: Бог, если ты отступишь, то я не хочу ничего. Если ты не войдешь впереди нас, мы будем как все остальные народы, поклоняющиеся идолам. Моисей сказал: Бог, мы не пойдем без тебя никуда. Ты будешь идти впереди нас. И это наша мечта, и это наш завет. Бог, мы не пойдем никуда без тебя. Потому что если тебя нет посреди нас, мы будем как очередная секта, которая выживает и контролирует душами. Мы жаждем тебя. Ходи посреди нас. Двигайся. Иди впереди нас, веди нас. Мы жаждем видеть тебя впереди нас. Только тебя. Моя молитва и моя мечта, чтобы сам Иисус встретился с этим поколением. Этому поколению нужен очередной помазанник. Этому поколению нужны те, которые будут носить Иисуса. Этому миру нужен Иисус. И если ты будешь пропитан им, Он сможет употребить тебя. Богу не нужны очередные пророки со своими амбициями, со своими служениями и со своими плотскими проектами. Богу нужны те, кто продан и предан Ему, которые носят Его, жаждут Его, ничего не хотят, кроме Него. Этому миру нужен Иисус. Носи Иисуса, и этот мир будет искать тебя, потому что в тебе часть Иисуса. Жажди Его, ищи Его, потому что этот мир ищет Бога. Если ты будешь наполнен им, ты сможешь помочь умирающему поколению. Иисус, я твой. Я всецело Твой. Подними это поколение, Бог. Мы не хотим повторять ошибки прошлого поколения. Ошибки харизматии, ошибки пятидесятничества. Ошибки баптизма, православия, католицизма, Бог. Мы не хотим повторять одни и те же ошибки. Возводить на пьедестал плоть и потом поклоняться ей. И быть в шоке, если эта плоть падает. Бог, мы жаждем Тебя. Мы заключаем завет не с помазанником очередным. Мы заключаем завет с Тобой. Ты двигайся. Ты веди нас. Потому что Ты единственный, который не ошибется. Который не предаст, не оставит. Который не кинет на полпути. Ты Бог. И Твое Слово недвижимо. Мы молимся об этом поколении, Бог. Мы не просим только за эту церковь, Бог. Мы молимся о наших странах. Мы можем молимся о нашем поколении, о нашей нации, Бог. Все, где она рассеяна, Бог, мы просим Тебя, активируй своих детей. Подними тех, кто упал. Тех, кто рожден, вести за собой тысячи. Подними, Бог, вдохни в них свою жизнь. Исцели тех, которые больше не хотят двигаться.
исцели израненных. Подними тех, кто больше не хотят идти. Мы просим Тебя, Иисус. Коснись это поколение. Коснись это поколение, Иисус. Мы будем просить и ждать, пророчествовать и молиться, пока не увидим Царство нашего Бога в действии на этой земле. Двигайся, любимый. Двигайся, любимый. Ты можешь рассчитывать на нас. Ты наша ценность, ты наш приоритет. Ты самая главная личность в нашей жизни. Твоя воля для нас первостепенная, все остальное не имеет значения. Что скажешь, то и сделаем. Куда пошлешь, пойдем. Что скажешь, говорить скажем. Мы в Твоем распоряжении, любимый Иисус. Оживляй это поколение. Реформация. Мы говорим реформация. Мы говорим реформация. Все новое. Все абсолютно новое. Новое дыхание жизни. Новые мехи. Новое вино. Новое движение. Новое начало. Нам не нужно ничего от старого. Это изжито и подлежит смерти. Мы жаждем нового. Только нового. Только нового. Проси его о новом. Проси его о новом. Обещай Ему, что Ты принадлежишь. Пообещай Ему, что Ты будешь любить Его. Пообещай Ему, что не бросишь никогда. Не отступишь от цели, которую дал. Пропитывайся атмосферой неба. Пропитывайся Его славой.
всю славу и честь. Ты один достоин. Принять всю славу и честь. Спасибо, драгоценный наш. Спасибо, любимый наш. Мы будем стоять в проломе. Мы будем ходатайствовать за это поколение до тех пор, пока мы не увидим реальность Твоего Царства на этой земле. В каждой стране, где находится наш народ, мы хотим видеть мощное движение, огонь Бога, славу Его, чудеса, знамения, чудотворения. Мы хотим видеть реальность неба на земле, и на меньшее мы не согласны. Мы не согласны на того Бога, на которого согласились наши предки. Мы жаждем жизни, мы жаждем славы, огня, силы. Мы жаждем видеть нашего Бога на троне. Мы жаждем видеть нашего Бога в славе. Спасибо, любимый, потому что ты достоин самого лучшего. Ты достоин самого лучшего. Ты достоин всей нашей жизни. Ты достоин самых лучших наших эмоций. Ты достоин самой мощной любви с нашей стороны. Потому что ты один достоин. И никакой человек, никакое движение, никакая плоть не может стать выше тебя. Ты наша ценность, наша любовь. Мы еще раз говорим тебе, мы твои, мы твой народ. Мы хотим видеть твое лицо. Спасибо, любимый. Прославь его, церковь. Воздай ему славу. Это поколение, любимый Бог. Yes. Воздай ему славу. Amen. Присядь, родной. Обними несколько человек вокруг себя. Спасибо, Иисус. Вы знаете, в классное время мы живем. Сейчас как никогда церковь нуждается в людях чести. Знаете, дорогие, я, может быть, один из многих людей, которые путешествуют часто, я так скажу, часто, в разные уголки земли. Вы знаете, я вижу, слышу много. Вы знаете, я устал от одного и того же. Вы знаете, что один может ошибаться, два могут ошибаться. Хорошо, 100 могут ошибаться. Но не тысячи, церковь, не тысячи. Когда я приезжаю, сколько лет я в служении, я слышу одно и то же. У нас есть церкви, но в них нет Бога. У нас есть программы. У нас красивые здания, у нас красивые унитазы, у нас красивые рукомойники. Но у нас нет Бога. У нас хор красиво одетый, у нас самые последние клавиши. Самые популярные гитары. У нас самые крутые прически у прославителей. Но у нас нет Бога. Церковь, дайте мне подвал с Богом. Дайте мне подвал с Иисусом. 1, 2, 100, хорошо, 200 ему. Но не тысячи. Я свидетель, персональный свидетель, тысяч свидетельств людей, которые мне говорят, по сей день у нас нет в церкви Бога. Дорогие, вы знаете, что Бог это такая субстанция, которая, если есть, тебе не нужно доказывать, что она есть. Бог это такая субстанция, которая, когда есть, все твое существо говорит, что Бог есть. Мне не надо какой-то
продажный пастор, купленный системой, который говорит мне, ну ты хорошо подумай над своими словами, у нас Бог есть, ты просто, ну, плохо смотришь. Ты должен вот искать Его. Если я должен искать вашего Бога, то Он такой микроскопический, что я честно, я уже всю церковь с лупой пробежался. Его там нет. Можете себе представить? Церковь, можете? Да, молись, брат. Кстати, это классное, это то, что мне говорят всегда и говорили. Брат, молись. Дорогие, знаете, что я скажу? Я поступил именно так, как эта мафия мне сказала. Знаете, что я начал делать? Я начал молиться. И вот куда я докатился. Я начал делать то, что мне эта мафия сказала. Иисус говорит, то, что они говорят, делайте, но по делам их не поступайте. Они говорят другими словами, они чирикают правильные вещи. Но они ничего не делают абсолютно. Библия говорит, они имеют ключи, но они сами не входят туда. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. И не дай Бог ты туда выйдешь. И я решил много лет назад выйти из этой системы. О, как она бесилась, вся система. Как бесится эта система, что появляются свободные радикалы, которые хотят жить сами по себе, любя сами своего Бога. И мне не надо указывать, как служить моему Богу. Вы знаете, что если у атеиста, когда падал самолет, внутри он заорал «Иисус, помоги!» Это настоящее свидетельство одного из моих друзей, служителей. Атеисты, которые на самолете, доказывал ему на сидушке, что Бога нет. И все это туфта, как только передали, что наш самолет переживает серьезные технические неполадки, он первый к Иисусу кричать начал. Знаете почему? Не потому, что он переменил свои понимания, а потому, что у нас внутри отпечаток неба. Оно само, не спрашивая тебя, кричит. И поэтому оно внутри меня, дорогая церковь, кричит. Оно не успокаивается. Оно кричит много лет. И мне не надо рассказывать, где Бог есть, где нет. Мы все с вами рождены с инстинктом видеть и знать Бога. Оно отпечатано в нашем духовном ДНК. Люди, которые Библию ни разу не прочитали, они заходят в зал и говорят, «О, тут так хорошо». Люди, которые не сталкивались с христианами, моментально определяют, где люди настоящие, а где люди поддельные. Поэтому, дорогая церковь, родная церковь, настает вот это настоящее классное время для того, чтобы сейчас встать, поднять свой голос. Пусть бесится эта система. Поверьте, если... Знаете, что мне больше всего смешно? Я в служении нахожусь уже вот в этом служении. Я откидываю все, что раньше было. 8,5 лет. Почти 9 лет вот церкви центру. Представляете, все структуры, деноминации со мной с одним ничего не могут сделать. Ничего. Я тебе еще раз говорю. Все пытались, делали что угодно. Сначала смеялись, потом пытались уговорить, потом подкупить пытались. Ради их же блага не буду их имена называть, потому что вдруг покаются. Кто его знает, друзья, может, станут еще. Поэтому я оставляю место для благодати Божьей. Они тоже люди, серьезно, они тоже нуждаются в Боге. Хотя они так рьяно покупают всех. Ты идешь против большинства. Вот у нас церковь растет. Вы знаете, мне понравился один коммент. Говорит, если ты равняешь, что Бог находится там, где растет что-то, то кладбище каждый день растет. Нет, ну не так ли? Кладбище наполняется трупами каждый день. И главное кладбище может сказать, мы растем, расширяем границы. Дорогие мои, давайте по какому-то росту. Разве это определять? Определяет твой дух. У тебя внутри. Мне тебе не нужно говорить, где Бог. Ты рожден это знать.
ты рожден это чувствовать. Как только ты возрождаешься свыше, ты моментально можешь определить, где он, а где не он. Внутри все нутро скажет тебе. Поэтому Богу нужны люди, которые, вы знаете, пойдут на вот этот полигон, положат свою репутацию, похоронят ее, забудут о ней. Дорогие, потому что должна подняться... Да, я вам честно скажу, давайте перестанем работать на то поколение, которое нас атакует. Дорогие, миллиарды рождены сейчас, которые даже не знают, что то. Они нуждаются в Иисусе. Давайте выбьем со своей головы, что мы должны удовлетворить секты. Что мы должны ублажить каких-то диаконов. До 30-40 лет их в живых уже не будет, этих диаконов. Я не говорю о том, что что-то плохо с ними. Они по годам уже будут на небе. Дорогие мои, это поколение нуждается в живом Боге. Дорогие, перестань думать, что ты до сих пор еще мальчик и девочка. Уже на твоих плечах лежит будущее этого поколения. У меня дети, тинейджеры уже. Я им хочу передать жизнь. Я им хочу передать Бога. Настоящее. Знаете, меня больше всего раздражает, когда, знаете, выходит какой-то пастор и говорит: «Дьявол великой ярости». Слушай, закрой рот, ты еще не видел церковь великой ярости. Ты еще не видел, когда церковь распсихуется и скажет: «Да кто такой вообще дьявол? Эта тварюка заняла не свою планету, занял не свои тела, украл все, что можно только быть украдено, и он еще психует?» Меня серьезно, вот здесь меня уже серьезно раздражать это начинает. Вы знаете, и я жду, когда церковь придет в великую ярость. И она скажет: «Чего? Это все наше, сатана!» Плюс это твое не только во-первых, это твое уже и во-вторых, оно теперь возвращено тебе. Тебе просто нужно начать вычищать хату. Взять метлу и выметать. Поэтому я говорю, пусть слава Божья на тебе растет. Я в духе видел сегодня такой классный элемент. Я начал даже кричать, отталкивать тьму. Я просто увидел радиус тьмы, расталкивающийся. Послушайте меня, я такой интересный элемент увидел. Я увидел элемент, я увидел личностей Церковь Христа, которая стоит. И я увидел радиус света, когда наполнял Бог церковь, радиус славы разрастался. И этот радиус славы, он расталкивал тьму. Другими словами, тьма не могла, у нее не было выбора. Кто-то понимает, да? Другими словами, скажите мне, дорогие, вот сейчас вот в некоторых вот по коридору комнатах там тьма, так? Скажите мне, будет ли у тьмы шанс, если я зайду туда с фонарем? Не будет. Она будет отторгнута дальше. И мы с вами уже говорили, что тьмы не существует. Существует другой элемент – отсутствие света. Тьма... Физический, да, термин для тьмы – это отсутствие света. Тьмы как физического элемента нет. Кто-то может мне кусочек тьмы принести сейчас? Его нет. А свет ты мне можешь принести запросто, как угодно, со свечкой, с фонариком, как угодно. Ты можешь свет включить, вот он, горит, я с ним хожу. Ты тьму не можешь сейчас включить и ходить с ней. Ты просто должен выключить свет, и тьма, она сама по себе настанет. Поэтому я умоляю тебя, гори во имя Иисуса. Отталкивай тьму той славой, которая на тебе. Перестань говорить: «Бог, дай мне что-нибудь». Ты что-нибудь. Нет, вы не поняли меня. Как, вы знаете, много лет назад я Богу говорил: «Бог, дай мне оружие». Он говорит: «Сынок, как тебе это сказать? Ты оружие. Как тебе донести это? Ты мое оружие на этой земле. Все, что тебе надо, я уже тебе дал. Все, оно вложено в тебя, в твое ДНК. Распечатай его. Распечатай. Слава в тебе. Царство Божье, Библия говорит, внутри вас. Вы есть свет, вы есть соль. Написано, вы не стаете солью, вы не постепенно становитесь светом. Библия уже говорит, ты свет. Свет. Свети, соли. Живи. В общем, классная молитва. Я увидел, радиус тьмы был отторгнут, реально. Я просто почувствовал такую реальную власть, авторитет, знаете. Каждая молитва – это еще один снаряд, знаете, как мы говорим. Еще одна бомба в царство тьмы. И вообще, честно говорю, дьявол никто. Давайте очнемся.
Давайте очнемся, дорогая церковь. Дьявол никто. По какой-то странной причине церковь говорит, вот Бог и вот дьявол, не делай и вот, и вот-то нету. Есть Бог, Творец Вселенной, Царь Царей и Господь всех Господствующих. И чмо, сатана, которому дано время похулиганить еще чуть-чуть. Окей? Все. И то похулиганить дано время только для твоего же блага. Чтобы ты научился буцать кого-то. Друг друга нельзя. Сатану можно. Как с тебя воина сделать, если у тебя нет врага? По резиновым зайцам, ну, мы уморимся стрелять, амин? Нужен реальный враг. И у нас он есть. Это дьявол. И битва настоящая, дорогие мои. Люди по-настоящему умирают и идут в ад. Это не шутки. И мы с вами должны начать светить. Мы должны начать это делать. И все. Воздай ему славу. Прекрасное время. Благослови вас Бог, дорогая семья. Увидимся в воскресенье.